У нас тут доброе, красивое, солнечное утречко. Сардельки тоже были запечены на костре и картошка. А вот сегодня жарим яичнику. Яйца пошли. У нас еще зеленый лук где-то есть там, да? Да. Ох, яичек, красота. Ну да, может поместится одно. Такая вот такая у нас аппетитная яичница. Сейчас будет вторая партия с помидорой и луком. Правда, у нас и лука, и помидоров осталось немного, но все равно будет вкусно. Точно. Это вот вся помидорка у нас, больше нет. Лука еще зеленого засыпали и яйца. Ах, еще яичек. Красота. Ну, смотри, я не знаю, прожарятся они. Третья партия у нас будет яичница с салом и с картошкой. Одна для девочки, другая для мальчика, третья для детей и наоборот. Да, видели, как у нас? У каждого своя яичница. Как аппетитненько тут все шкварчит. Заливаем яйцами. Зеленый лук.